Праздник открыли показательное выступление по фигурному катанию. Первый на лед вышла кандидат в мастера спорта Даша Добровольская. Она на коньках уже 10 лет, занимается с 3-летнего возраста. Планы у девушки амбициозные – стать профессионалом высокого уровня и принять участие в Олимпийских играх. А пока 5-часовые ежедневные тренировки на льду, а еще занятия в тренажерном зале для поддержания физической формы. Выполняю тройной сальхов, двойной аксель и все остальные двойные одинарные прыжки. Я хочу стать профессиональной спортсменкой, которая будет выступать на более высоких соревнованиях. И надо для этого очень много работать, что я пытаюсь сделать. Вслед за фигуристами выходят хоккеисты, но сегодня они не играют, а участвуют в эстафетах. На старт! Внимание! Поехали! Поддерживаем участников! Давайте! Этот этап называется «лыжные гонки». Спортсменам необходимо таким необычным способом преодолеть 50 метров на льду. Здесь соревнуются две команды, в каждой по 10 человек. Условия просты. Кто будет самым быстрым, тот и победил. На поворот заходят прямо одинаково. Итак, кто же первый? Вырывается вперед. В турнире участвуют кадеты филиала Нахимовского военно-морского училища. Всего около 70 человек. Многие из них в сборной филиала по хоккею. Спортсмены уже неоднократно выступали на спартакиадах Вооруженных сил России среди образовательных организаций Министерства обороны страны. Мне этот спорт нравится, потому что он как наиболее мужской вид спорта. Как говорится, в хоккей не играют трусы. В хоккее ты вплескиваешь все свои эмоции, которые у тебя накапливаются. Очень эмоциональная игра, душевная. Ты чувствуешь свою команду. Ты должен играть так, чтобы не подвести ее, а вывести новый уровень. Это бесконечные тренировки, которые приносят тебе пользу, от которых ты получаешь удовольствие. Безусловно, это опыт как товарищеский, так и игровой. День зимних видов спорта проводят в Севастополе, как и по всей стране, уже в пятый раз. Он посвящен победам российской сборной на зимних Олимпийских играх Сочи в 2014 году. Тогда наши спортсмены завоевали 33 медали, из них 13 золотых. У праздника нет фиксированной даты, его проводят в первое воскресенье после 7 февраля, дня открытия Сочинской Олимпиады. Зимними видами спорта в Севастополе начали заниматься лишь с 2008 года, когда появился первый каток. Но наши спортсмены уже показывают достойные результаты на всероссийских соревнованиях. Ледовых площадок в городе становится все больше. 3 года назад каток открыли и в филиале Нахимовского военно-морского училища. Тренеры отмечают, чем больше мест для тренировок, тем выше результаты спортсменов. Для фигуриста, как воздух, нужен лед. И когда много льда, тогда у нас все будет получаться. Мы работаем над скольжением, над прыжками. Мы сейчас вывели наших первый год обучения 3-4-летних детей на лед. Чем больше льда, тем лучше развитие. Я думаю, что при воле, так скажем, наших правителей города, площадки будут у нас открываться, площадки будут строиться, и зимние виды спорта будут культивироваться в Севастополе в том числе. Интерес к зимним видам спорта в Севастополе с каждым годом растет, а такие праздники подогревают его еще больше. Соревнования – это возможность не только показать свой уровень, но и поучиться у соперников. Многие кадеты приехали в Севастополь из Сибири и Мурманской области. Лед для них – привычное дело, своим опытом они делятся с товарищами. По завершению турнира в честь Дня зимних видов спорта каждый получил свою награду. Победителям вручили кубки, а всем участникам достались памятные призы. Алевтина Игнатьева, Елена Карнаухова, Михаил Волобуев, Новости X-ТВ.